ЦК Коммунистической партии Советского Союза и Президиум Верховного Совета СССР постановили, что правосудие должно исходить от народа. Согласно основной линии нашей партии, как было постановлено на 20-м, 21-м и 22-м съездах как цель ленинизма. Это была и будет неизменная цель Советского Союза. Принципы ленинизма должны соблюдаться последовательно и неотступно. Они выражают жизненные интересы советского народа, его надежды и стремления вместе с ориентирами страны и партии. Заседание суда открыто. Председательствует товарищ судья Милан Кадников. Обвинение. Виктор Брюханов, Анатолий Дятлов и Николай Фомин. Обвиняются по статье 220, пункт 2 Уголовного кодекса Украинской ССР. Ядерная катастрофа 26 апреля 1986 года. Свидетелями выступают товарищ Хомюк из Белорусского ядерного института, товарищ Легасов из Института атомной энергии имени Курчатова и товарищ Борис Евдокимович Щербина, заместитель председателя Совета министров и министр нефтяной и газовой промышленности.